Всем привет, друзья! Сегодня я вам расскажу про прикольный сервер Minecraft. IP и ссылка на сайт будет в описании. Заходите, играйте. В общем, при заходе на сервер вам нужно выбрать сервер, на котором вы будете играть. Здесь по IP адресу вы попадете на рандомный сервер, либо на хаб. В общем, вам нужно будет писать команду change server, то есть поменять сервер. И выбрать. Есть Aqua, Arch, Azure, Era, Moon, Sun, Terra и Tron. Хаб — это перевалочный пункт. Это чисто портал, где ничего нет, и нужно вот выбрать. Иногда вас может сюда закинуть, иногда на какой-то другой сервер. В общем, вписываем команду change server. И вот ищем в этом списке последний вот Tron. Вот на этом сервере я играю, он самый лучший, и я советую играть только на нем. Вот, нажимаем Tab, табуляцию, и видим вот сервер Tron. Все, мы попали на сервер. Чем примечательный этот сервер? То, что он уже работает более 5 лет, и здесь не было вайпа. То есть карту не удаляли. Вы можете построить свою базу, и она будет существовать тут вечно. Здесь англоязычный сервер. Играть можно только на лицензии. Лицензию сейчас не проблема купить. Она дешево стоит, если это какой-то аккаунт купить, чей-то ворованный. Конечно, если покупать лицензионный ключ, будет дорого. В общем, покупаете аккаунт, если нет, и играете себе в удовольствие. Классный сервер. Тут вот мод классный здесь. Знаете какой? Ванила. То есть тут как бы моно нет, это выживание. Тут нету привата, нету конченых админов, которые могут к вам тпшниться, убить вас. Нету никаких людей на креативке, там нету каких-то випок, админок. То есть тут школьники, тупорылые школьники не играют. Тут каждый сам за себя, вы, конечно, можете с кем-то сдружиться. Здесь ванила сервер, survival анархия. То есть тут просто выживание, ваша задача выжить. Так что заходите, играйте. Очень классный сервер. Повторяюсь, в описании будет ссылка на сайт и IP сервера. Заходите по этому IP, вписываете команду change server tron, вас телепортируют на этот сервер и вот играйте. Самое главное — это подальше уйти куда-то на спаун. От спауна куда-то уйти и где-то очень далеко построить дом, чтобы его не нашли. Здесь есть set home, то есть вы прописываете set home. Ну и вот в домике будете себе выживать. В общем, сервер вообще классный. Давайте я вам покажу что-то, например, какой-то home продемонстрирую. Вот, смотрите, я сейчас в эндермире. Потом, что у меня еще есть? Вот я нашел какую-то ферму, золотую ферму, чья-то ферма, кто-то построил. Видите? Вообще, класс. Это все выживание, то есть это эти блоки все добыты честным трудом, киркой, топором. То есть тут нету такого, что ты прописал какую-то команду и все, что себе получил. Это чисто, тут каждый сам за себя и все равны. Тут нету конченых випа каких-то там. Давайте еще что-то покажу вам. Ну, смотрите, еще есть база. Смотрите, какие координаты. 30 миллионов. В общем, заходите, играйте. Классный сервер. Всем пока.